Привет-привет, ты на канале AAA, с тобой Рэй, и мы продолжаем третий Crysis. Так, в какую сторону нам двигаться? Не понял. С каких это пор здесь враг сидит? А, это башня, все понятно. Так, что мы там последнее такое сделали? Все внимание на этот золотой круг! Если заметите хоть малейшее движение, взрывайте на куски! Никакой Пабом. Пощады! Пабом. А чё ты в голову-то не убиваешься, не понял? И убежал, смотри, а? Придётся его выкурить! Идём! Ну давайте. Давайте попробуем. Давай просканируем вообще, что здесь каково. А чё? Блин. Так. Да понятно, что мало энергии, я понял уже. И то, что мины, я понял. Подвигайтесь к последней. Да вылазь уже. Эта маскировка тебя не спасет, гад! Нет, конечно, не спасет. Ты что? Вообще никак не спасет. Погнали! Влазь. А! Дерьмо! Потери! Какие они смешные, офигеть. Так, ладно. Стой. Ой, я как так удачно забросил. А толку? Так, ладно, так, здесь-то мы можем поменять немножко. Проверьте область, где видели его в последний раз. Тогда уже взломаем, будьте добры. Блин, не очень удачно вышло, да? Причешите меня, действительно. Жаваная турель? Какая тонная турель? Чё ты говоришь? А где проход к вам, ребята? Ребятушки. Так. Здесь ничего. Ну давайте за пророком, действительно. Вас-то осталось тут. Раз да ничего. Разведайте его последнюю позицию. Давай, рискни. Ты не можешь прятаться вечно, пророк! Да почему могу? Но не нашли же. Он здесь, в укрытии! Ты не раненый! Ты! Тихо. Альфа, пробирайтесь! Я тебя прикрыл! Вы как удачно второго положил, да? По-моему, у тебя это плохо получилось. А почему? Я же сканировал. Где вы все? Откуда вы все появились-то? Чё, здесь модуль костюма? Идите и найдите его! Не понял. А где он ходит? Почему я вас не вижу? А, снизу, ага. И вы поднимаетесь по лестнице, да?
Следующий. Вообще кто-то будет подниматься? Так, ладно, нам надо бы с костюмом разобраться, что у нас там. Один модуль. Угу. Выходи и срази, трусица. Блин, а, два. Отлично, как раз тогда. Вот это и... Давай на первую сохраним. Вот так. Ну, давайте, вы что там будете собираться-то? Опс. Ты не можешь прятаться вечно, пророк! Конечно, не могу, ты что? Да-да-да, конечно, 10 раз у меня найдете. А чем мне патроны дают? Нашел? Рад? Доволен? Ты меня сам вынудил, вообще-то. Так, стой, здесь где-то по-любому должны быть патроны-то. А, вон внизу. А здесь что, сверху нет патронов? Вот же. Пойдем возьмем. Подкрепление, срочно! Он меня убьет! А чё, я ничего не... А, не то нажимаю. Так, ладно, куда нам? Давай мы сделаем так, я не хочу раскрывать своих позиций. А, типа вот оно. Контрольная точка. Проверка связи. Пророк, ты слышишь? Связь была нарушена. Электромагнитный импульс вывел из строя сеть. Раш в самоволке. Надо бы его найти, но... Майкл занят. Что-то здесь неладное. Чувствует мое сердце, что что-то здесь неладное. И? Чего ты не запрыгиваешь? Какой смысл? Типа еще выше надо забраться? Блин. Ну давай попробуем. Нет, здесь не забраться. Стой, здесь какая-то... Типа горочка, не горочка, непонятно что. А, кусты. И с них, получается, можно. Не понял ничего. Обойти, что ли, можно? Ну да, конечно, как обычно. Хорошо, хорошо. Вот только не буду... Какой ты просто тихий, офигеть. Система X. Альфа-Цеф. Готовьте людей к новой битве. Правила изменились. Где же они изменились? Называется мочи, как обычно. Все, ничего не меняется. Вот пророк, это ты присел. Судя по записям Сел, рядом с тобой есть Цеф, носитель разума. Ты чувствителен к внеземному влиянию. Тебе лучше отойти подальше. Никак нет. У Цефов общий коллективный разум, управляемый Альфой. Теперь, когда он на свободе, они просыпаются. Если эти носители разума — часть процесса, то мне нужно быть настороже. Коллективный разум? Но в твоей ДНК много внеземного материала. Не думаю, что это хорошая идея. А вы что, костюмы какие-то, что ли? Ну давай, сосядем, ладно. А, все, понятно, я думал. Многочисленные силы Цефов направляются к нам! Маша 436, это наземная часть Тета 2. Ты восстановишь энергию сегодня? Это один, это дозорный. К вам направляются крупные силы противника. Я снова с оружием. Поправка, 10 частей. Отлично, я попробую. Замечательно, берем обратно. Вот это по тебе проходят обычные патроны ужасные. Чё? Чужое оружие?
Что он делает? Он может взаимодействовать с оружием Цефов? Майкл, ты знал об этом? И как далеко он зашел? Защита башни снижена на 60%! Потери уже исчисляются сотнями! Что происходит? Еще скажите, что мы можем подбирать патроны у них, когда убиваем. Ну, где следующий? Следующий. Какой оно косявое. Пророк, отзовись! Встреча! Мать ее! Можно попытаться, но тут такой бардак. Сзади! Вот эти цепы. Я думал, те ублюдки на линчане были крутыми. Давай! Да-да-да-да, обязательно. Хорошо, что ты успел вовремя. Все, мало боеприпасов. Здорово. Да блин, что вы творите-то? Так, тут бы глушак стоит, честно говоря. Очень не вовремя это сделано, да? Ну ты ж тупой, да? Так, где ты когда-нибудь умрёшь? Упс. Допустим. Где? Где его задрали? Чё, это теперь гранатомёт какой-то? Офигеть. И откуда сохранение? Сверху там? Вот это они зажали, а чё ты так быстро пошёл-то вперёд? Встреча! Мать её! А, вот они. Можно попытаться, но тут такой бардак. Сзади! Ой, ладно, эти короче, я придумал. Я думал, все ублюдки на линчане были крутыми. Давай! Да, мало энергии, все понятно. Предъявить мы эту фигню не можем. Хорошо. Патроны хотя бы для обычной можем взять. Отлично. Но я так понимаю, что они меня могут увидеть все равно, да? Так, хорошо. Давай. И что здесь будет? Ну, я так и думал, что это метамят вообще-то. Минус. И по-хорошему бы у него оружие взять, но где он? Вот где он умер? Кто мне скажет? И я не вижу. А чё, мне вторым оружием? Ладно, давай возьмем тогда гранатомёт такой путь. А, это... снайперка. Типа отстреливаться с верхов. Давай, где ты? Я что, не вижу, да? Чё? Ой-ой-ой. Вот это вот вылазит. Да что такое? Чё, как того первого-то убило с хода, а этих нет. Да офигеть, вас тут лезет-то, а? А оружие где твое? Ты чего оружие не могу его взять? Отлично, кто-то. Так, нормальное, хорошо. Отлично. Отлично.
Так, давай скроемся и отсканируем их всех, где они тут все. Включим маскировку. И включим защиту и пойдем. Как ужасно она стреляет, такая отдача просто нереальная. Опс. Дайте мне ваше оружие, пожалуйста. Нет. И нет, отлично. Просто замечательно. Здесь 0 патронов. 1000. Допустим. Допустим. Опс. Да ладно, и здесь мои лобовые припасы, ты прикинь. Так, будь добр, так. Увеличенный боезапас. Восстанавливает уже энергию. Я не думал, что бы такая проблема для меня была. Вот это не вовремя. И никто мне оружие не даст из вас, да? Отлично, молодцы. Очень рад за вас. Система X, Альфа-Цеф. Убирайся! Нет! И что надо сделать? Псих. Псих? Слышу! Чего надо? Ничего, просто проверяю. Ожидаемое время прибытия на встречу примерно 30 минут. Все прикольно, только один момент. У меня нет оружия. Каким боком я тут должен с ними сражаться-то? Вручную, что ли? Ну, офигенно. Критический удар по башне! Вся наша защита пробита! Отступаем, отступаем! Башня 436, это ТТ-2! Мы не можем удержать позиции! Да-да-да, так, гранатомёт и скаргензер, так. Давай гранатомёт возьмём. 5 патронов. Принят сигнал бедствия в секторе Альфа-9. Всем частям отступить. 5. Что с ними делать? 4-1-9 и 4-1-6. Пророк, Раша так и не нашли. Я получаю сведения об активности цефов по всему зданию. Патроны. Цел уничтожают. Ну, хоть что-то. Чё? Только гранаты взял? Ну, стрелы такое себе. Патроны, офигеть, ну просто офигеть, ну офигеть, просто офигеть. Подствольные. Ну не знаю даже, что лучше-то вообще. Да, 51 патрон, офигеть, патронов дали, просто нифига считай. Ну я ожидал. Чё? Ты чё ещё за чудо? Это Пироксенус, поджигатель. Я видела таких только в файлах Сел. Ты чё, ты не взорвался? А, у него защита включается, понятно. Давай. Все?
Я-то думал, тут будет сейчас бой какой-то сложный. Ну, как бы, это тоже было неплохо, но... Не так эпично, как я хотел бы, например. Патроны. Хоть что-нибудь еще дайте-то. Ладно. Пророк, сеть почти налажена. Но полевые командиры докладывают, серьезно, энергетические боеприпасы, у меня нет оружия. Но внутри... Боже мой. Да. Они истребляют все живое. Мне нужно найти Раша. Я к этому не готова. Пророк, внимание. Рядом с твоей локацией сломанный крикун. Да, конечно. Цефы активизировались, так что он снова может заработать. Отойдешь подальше, не привлекая внимания? Может быть. Но если у него есть источник питания, я мог бы им воспользоваться. Хорошо. Ладно, спасибо за просмотр. Ставь лайки, пиши комментарии, подписывайся. И до скорых встреч в следующей серии. Продолжим проходить.